день. Татьяна осталась дома, а я вышел на улицу, решил пройтись по магазинам. Завтра у мамы 15 января день рождения. И хочу купить подарок. Хочу купить не просто подарок, а нужную вещь, телефон. Телефон ей необходим, смартфон нет, не нужен. Мы уже обсуждали этот вопрос. Вот это, как я говорю, тыркание пальцем по сенсорному экрану вызывает проблемы. Ну и в принципе он не нужен, смартфон. Так что рассматривается вариант просто кнопочного телефона обычного. Пару магазинов прошел. Сейчас еще вокруг я здесь по центру присматриваю. Конечно же, выбираю из того, чтобы и внешне выглядел красиво, чтобы аккумулятор держал как можно дольше. Что еще? Есть возможность там голосовой подсказки, когда нажимаешь кнопки, идет повтор. Допустим, двойку нажал, голос говорит, два дублирует. Вот такая функция еще. Ну, она поможет, конечно же, пожилому человеку. Хочется выбрать уже, ну, выбрать что-то нормальное, скажем так. У нас сегодня тепло, 14 января. Тепло. Шел я и куртку расстегнул. Сейчас, я думаю, найду что-то, определюсь телефоном. Зайду, заберу Татьяну. И, скорее всего, зайдем мы к Вадиму с Таней. Занесем, наверное, тыкву возьмем. Таня обещала им там еще что-то. С закатки, щавель. Вот такие планы. Ну вот, ближайшие магазины обошел. Кроме как в башне с часами возле ЦУМа. Нигде ничего нормального нет. Я имею в виду, исходя из того, что мне надо хорошая емкость батареи. Самое главное. Кнопки побольше с цифрами. Вот еще что я смотрю. Сейчас еще схожу на колхозный рынок. Там есть ряд магазинов. Там посмотрю. Продавцу в магазине, мужчине говорю, я еще к вам, наверное, приду сегодня. Я говорю, вы знаете, мы такие, пока все магазины не обойдем, говорю, не успокоимся. Смеется, говорит, приходите. Вот что я и делаю, наматываю круги. Thank you.
Знаете, чего я рванул один? Мне так быстрее без Татьяны. Я успею оббежать полгорода один. Так, на чем я остановился? Смотрите, здесь и зарядная вставляется. Здесь уже подключать будем шнур питания. Крупноватый, но ничего. Зато он громкий. Видите, динамик какой. Громкий, да, серьезно. Ну, так что, крупные цифры. Ну что, в итоге купил я. Телефон, правда, беленький я выбрал. Ну, а здесь на рисунке красный. Я уже и говорил, что не соответствует. Не соответствует. Она говорит, все нормально. Все соответствует. Color white написано, белый. А на рисунке красный. Крупные клавиши с легко читаемыми надписями, яркий экран с крупным шрифтом, специальная кнопка SOS для автоматического дозвона по 5 заданным номерам в экстренных ситуациях. Две симки, фото-видеокамера, проигрыватель MP3, M4, FM-радио, карта памяти microSD и фонарик. Вот и вкратце все. Еще дома покажу, как он выглядит. Ну и хорошо, все, подарок готов. Пойду домой. Что-то случилось. Кто-то куда-то лупанул в бок кому-то. Немного притерли друг друга. Терли, затерли. Здравствуйте. Вечер, вечер. У нас вечер. Здрасте. Вот вам и здрасте. Заходили к Вадиму на пару минут. Занесли тыкву и еще кое-чего. Из погребка. Да. Завтра у мамы, я уже говорил, день рождения. Купили еще торт, помогли, принесли. Так что завтра мы собираемся навестить маму. Сейчас покажу, какой у нас закат. А время? Время без 6:02. Такое свечение необычное. Можно подумать, что мы на Марсе живем, да? Красиво. Нам сегодня прислали комментарии. А бываете? Бывает у вас такое, когда наступает хандра? У меня нет. Я всегда, потому что улыбаюсь. Таня улыбается. Вот и все. А у меня бывает. А хандра улыбку боится. Бывает, бывает. Всяко. Вчера кормили лебедей, уток, уже темно было, бросали так, можно сказать, на ощупь, они все кря-кря, кря-кря, рады были хлебушку. Сейчас еще покормим, сегодня еще светло. Всем, кто еще меня помнит, знает, Тимофея Особливо, и этой самой. Ух ты, красота. Это ж мои дружбаны были. Такое не часто увидишь. Ну, пойдем кормить. Всю зиму рыбачат у нас. Да, не надо, я сам сейчас дам. Вот это никуда не ходит.
Зато мама умеет. Все, солнышко у нас почти село. Кто-то спугнул птиц. Ой-ой-ой, туча, туча летит. Кажется, с конца и края. Ну, и да? Куда они летят? Может, сюда прилетят? Немножко прошлись мы, прогулялись. И будем мы идти домой. Всем до свидания. Всем до свидания.